Они улыбчивы и преисполнены оптимизма. И, как и прежде, смотрят друг на друга с любовью и нежностью. У кого-то позади 35 лет совместной жизни, у кого-то более 50. Каждая из этих пар вполне может служить олицетворением праздника семьи, любви и верности, в рамках которого их пригласили на торжественный прием главе Твери Александру Корзину. В семье, естественно, все моральные ценности закладываются. Семья всегда оберегает своих членов от неприятностей. Вместе и в горе, и в радости, как говорят. Очень приятно, что у нас в Твери есть семьи, которые очень значительные дела сделали и для своих близких, для внуков, для детей, ну и для города. Им есть что рассказать молодежи. История каждой из пар индивидуальна. Но всем им на протяжении жизни помогало, пожалуй, главное чувство из тех, которое может испытывать человек – любовь. Образцовым парам Твери вручили подарки и медали за любовь и верность. Борис и Любовь Чернова вместе уже 51 год. Он местный. Она приезжая. Познакомились в свое время в общежитии, спустя 3 месяца сыграли свадьбу. И с тех пор идут по жизни рука об руку. 3 детей, 6 внуков и 1 внучка. Это их главное богатство. Хулиган я был. Да, он хулиган был. Да, да, он так рассказывал. А потом все прошло. А потом все прошло. Жена такая упала. Хорошая или плохая? Хорош. Семья – это, наверное, великое счастье. Вот за прожитые годы. То есть все начинается с семьи. Если крепкая, хорошая семья, и если есть плечо, подставленное друг другу, то, наверное, это и радость. Ну и радость в детях, внуках. Вячеслав и Антонина Емельяновы, семейный стаж которых составляет 56 лет, помнят день своего знакомства, как будто это случилось вчера. А познакомились мы на выборах в Твери, здесь были выборы социалистические, вот такие концерты, танцы, пляски. Более полувека душа в душу. Сын, 2 внучки, 4 правнучки. Ну и нереализованные планы, которые еще предстоит притворить в жизнь. Он играет хорошо на аккордеоне, на гармонии. Мечта у него была хорошая, научиться либо внучек, либо кого-то. Но не получилось. Что впереди? Глядя на улыбки этих людей, понимаешь, что у них действительно еще очень многое впереди. Их знания и мудрость, умение любить и уважать друг друга особенно ценны сегодня, в наш стремительный век. Мы действительно берем пример с вас, тех людей, которые заслуживают этого. Пример тверских образцовых семейных пар показывает, прожить жизнь по-настоящему полноценно и счастливо можно лишь тогда, когда ты любишь и любим. Юрий Бумбур, Антон Шишкин, Твериград ТВ.